Друзья, дорогие подписанные, с вами я, Искатель Плюшек, и сегодня я покажу вам такую программу, которая называется SafeIP. Нам понадобится эта программа и еще сайт 2ip.ru. Сейчас я покажу вам свой настоящий IP, это мой настоящий IP, тут даже Windows, все, короче, окей, ваш браузер, все, короче, все хорошо. А вообще, для чего нужно сменять IP? Во-первых, оно нужно, чтобы вас разбанили в каких-нибудь играх, например, таких как Allode Online, Warface, Crossfire, Point Blank и какие-нибудь еще игры, такие как типа CS, Half-Life или другие какие-нибудь игры. Да, вот, например, вы пользуетесь читалимом, вам забанили на этом сервере, а вы его любили и так далее. Короче, вы разбанитесь, потому что IP будет сменен. Ну что ж, давайте что ли приступим. Вот мой настоящий IP. Чтобы скачать его, вам надо будет просто get safe IP. Free переводится как бесплатно. Вы легко сможете ее скачать без каких-то там повреждений и так далее. Вы просто нажмете сюда. Вот я нажал. Вот такая штука вылазит. И вот она начинает устанавливаться. Так как видите, у меня один нарисован, значит я ее уже скачивал. Вот она, я ее уже установил. Там очень легкая установка, вам просто надо будет выбрать язык и путь установки. Когда вы установите, у вас будет такой ярлык. Вы нажимаете на него два раза. Выбираете то, что вам нужно, но для начала я вам расскажу вообще программу. Если у вас английский язык, вам надо будет нажать языки и выбрать русский. Он у вас будет на English стоять. Дальше здесь есть оптимизации, настройки. Я такие настройки выставил, хотите, какие у меня сделаете. Для того, чтобы сменить IP, вам надо выбрать страну или просто нажать изменить IP, и его сразу он изменится рандомно. Вообще, я бы хотел изменить страну, например, на, я не знаю, что это, наверное, Украина. А, видите, звездочка стоит. Вообще, если звездочка, потому что в прошлом видео я сделал так же, и у меня не было звездочки, давайте я выйду. Чуть-чуть подождем, совсем чуть-чуть. Ждем. И опять зайдем в эту программу. И нет, не сменилось ничего. Вообще оно сменяется рандомно. Я выбирал Russian Federation. Если у вас вылазит такая штука, то есть сделайте вот так. Соединить. Дважды кликать. Если у вас что-то серое, непонятно что, ни хрена ничего не делается, выйдите из программы. Вообще надо пользоваться программой довольно легко. Надо выбрать просто, какая вам нужна страна, и нажать «Соединить». Это очень просто и легко. То есть все окей, видите, у меня сменена IP. Ну что ж, для этого нам и нужен был сайт, чтобы посмотреть, сменилась ли реально IP, или так просто пустяки, ничего не менялось. Так, ну что ж, приступим. А, как видите, у нас изменилось IP. Также можно опять нажать «Изменить IP». И как видите, у нас циферки, то есть, меняются. 61. Если мы сейчас обновим, то у нас ничего не поменяется. То есть, так и останется 62. Ну, по идее, должно быть так, да. Это такой глюк 2ip.ru. Вам надо опять зайти на этот же сайт. И видите, 61. Для того, чтобы отключить эту программу, чтобы у вас было прежний IP, надо нажать «Отключить», «Выйти», здесь тоже ее отключить, и опять обновить страницу. Если у вас не изменился IP, я вам говорю, надо заново заходить, вот как у меня, видите, не изменился. Заново заходите на этот же сайт, и у нас изменился наш IP. Все, встало на прежние места. Ладно, с вами был я, Искатель Плюшек, всем пока!